Исторических романов, рассказов и киносценариев о Чингисхане написано немало. Фигура великого монгольского завоевателя не оставляет ума человечества, продолжает будоражить воображение. Еще одним творением на русском языке стала книга «Темучин». Автор Алексей Катапов на протяжении многих лет упорно занимался исследованием личности Чингисхана и истории его деяний. Про монгольскую историю вообще литературы очень мало. Можно просто на пальцах пересчитать, сколько книг. Но наши вот буряты особенно очень любят эту литературу именно о Чингисхане, чтобы знать свою историю. Но основываясь на том, что у нас имеется, мы общее представление об истории Монголии имеем. Сегодня бурятский писатель приехал в Улан-Батор с намерением перевести свое творение на монгольский язык. Достоянием читателей уже стали его переведенные романы «Волк» и «Вкус работы». Кстати, пользуясь случаем, я большой низкий поклон передаю иркутянам, бурятскому народу, поскольку в свое время я работал в Бургу, Бурятском государственном университете, и там я защищал докторскую диссертацию. Я как переводчик познакомился с Алексеем Копатовым, и он мне предлагает вот заниматься переводом его произведения на монгольский язык. Надеюсь, что скоро мы увидим его произведение большим тиражом. Чингисхан является человеком тысячелетия по версии ЮНЕСКО. Он представлен в одном ряду с великими талантами человечества – Эйнштейном, Пикассо, Менделеевым. В интервью с журналистами автор книги «Темучин» подчеркнул, что, несмотря на это, личность такого большого всемирного масштаба до сих пор не изучена до конца. Тенсма Энхбилек, Аист, Монголия.